Привет всем подписчикам канала Пламя. Вот собрал барбекю комплекс по проекту Олега Михайловича. Состоящий из коптильни, самого барбекю и печь под казан. В печи готовил плов один раз. Все очень понравилось. Уже немножко закоптилось. Разжигал раз 10. Немножко уже закоптилось. Двойной зуб. Работает отлично. Дым сюда не идет. Как видно по арке, она не закоптилась. Очень понравилась тяга. Правда, реактивная. Ну и сама коптильня. Коптильню еще не пробовал. Делаю дверь. И потом буду опробовать. Комплекс очень понравился, просто замечательный. Друзьям тоже понравился. Доделал тут моечку сам, оставалось места немножко, уместилась моечка. Задвижечка из печи под казан, задвижка из коптильной камеры. Осталось приделать ручку. Ну и задвижку сделал главный дымоход. А это пустые снаряды обмывали комплекс. Вот такая красота получилась. Как видно на видео, при розжиге дымок весь уходит в дымоход. Очень понравился двойной зуб Михалычу. Огромное спасибо за проект, за его зуб, за подсказки. Сейчас будем пробовать очередную партию шашлыка. Всем добра и здоровья!